Здравствуйте. Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Больничные листы не открывать, а работу выйти. Приходите после трех. Орловчане с температурой, решившие взять больничный, вынуждены часами просиживать в очередях к доктору. Поголовная проверка. Инспекторы областного ГИБДД наведались в районы, жители которых склонны забывать и о существовании дорожной полиции, и о правилах дорожного движения. 1,5 миллиона на активное детство. В Михайловской средней школе после капремонта открылся обновленный спортзал. Школьники довольны. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Коронавирус в Орловской области не сдает своих позиций. Уже 14 080 орловчан с COVID-19 выявлено с начала пандемии. Официальная статистика неумолима. Более 130 новых заражений за сутки. В ковидных боксах областных поликлиник огромные очереди. Сюда направляются все пришедшие на прием пациенты, у которых температура выше 37 градусов. Трех часов будет здесь доктор. Ждать приема к врачу здесь приходится часами. Работаю в детском саду. Поднялась температура. С 9 утра сегодня сидела в кабинет к доктору. 4 часа просидела, доктора нету. Никто нас не принял, вышли, сказали до свидания. Приходите с 3 часов. Главврача на месте нету, заместителя главврача тоже на месте нет. В кабинете доврачебной помощи, куда отправились около 20 человек, пришедших на прием в 3-ю поликлинику с температурой, помощь никому не оказали. Какие ваши предложения? Нам домой поехать, больничные листы не открывать, а работу выйти? Берите, пожалуйста. А то что? Вот так, не разговаривайте. Я нормально разговариваю. Какое ваше дело? Вы нам предлагаете, что сделать, на работу пойти? Тех, для кого и эти напасти, и сам коронавирус позади, в Орловской области немного. За последние 3 дня больше всего выздоровления от COVID-19 пришлось на 14 ноября – 143 человека. 15 и 16 числа значительно меньше. В воскресенье – 51, в понедельник – 48. Всего же с начала пандемии побороло недуг более 10 тысяч орловчан. 171 скончался. На данный момент все еще инфицированы коронавирусом более 3000 человек. Залегощинский райсуд избрал меру пресечения местному жителю, который, по версии следствия, напал с электрошокером на школьницу. Уголовное дело было возбуждено около месяца назад залегощинским отделом МВД. 9-летняя девочка была вынуждена ходить на учебу пешком из-за отмены школьного автобуса. По дороге ее ударил электрошокером неизвестный, причинив ей боль и психологическую травму. Полицейским удалось найти подозреваемого. На днях с подачи прокурора области ему вменили более тяжкую статью – хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В этой связи фигурант был снова задержан, а перед райсудом стал вопрос об избрании меры пресечения. В качестве таковой суд назначил мужчине домашний арест. Нам удалось переговорить с подозреваемым, когда тот покидал залегощинский ИВС. Скажите, пожалуйста, почему вы ударили ребенка шокером? Если это появится в новостях, то ты сам потом сядешь. Инспекторы областного ГИБДД наведались в районы, жители которых склонны забывать и о существовании дорожной полиции, и о правилах дорожного движения. Тактику сплошных полицейских кордонов – это когда полицейские перекрывают дорогу и буквально фильтруют поток – они применили на этот раз в Залегощинском и Новосильском районах. Выявляли грубые нарушения ПДД, и они там имели место. Иван Суверин наблюдал за работой патрульных. 4 человека. Такова численность залегощинского отделения ГИБДД. Один отпуск, один больничный, и местные инспекторы оказываются перед автохамами района в абсолютном меньшинстве. Но на помощь коллегам прибыли сотрудники специального батальона ДПС. Акцент сделали на поиск водителей под шофе. Суть таких рейдов сотрудники госавтоинспекции видят не только в том, чтобы задерживать нетрезвых автомобилистов, но и в том, чтобы развеять чувство безнаказанности у потенциальных нарушителей, а таких в районах отстоящих от постоянных маршрутов патрулирования немало. Эта гонка за мотороллером «Муравей» состоялась под Залегощью совсем недавно. Пьяный водитель, хоть и не имел шансов уйти от преследования, предпринял эту отчаянную попытку. Куда ты едешь тут, Тень? Самое пристальное внимание полицейских доставалось водителям, которые, завидев патруль, искали обходные пути. И хотя пьяных среди них не нашлось, инспекторы все же вскрыли правонарушение, сопоставимое по тяжести с нетрезвой ездой. Эту старенькую «Мазду» экипаж ДПС настиг уже в Новосиле. Парень, находившийся за рулем, не смог предъявить главного водительского документа. Права он не забыл дома, не потерял и даже не был их лишен, объяснили полицейские понятым.
При проверке документов выяснилось и по базе данных, что водительское удостоверение не получал. Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Mazda под управлением молодого человека, не имеющим права управления. Данный молодой человек был отстранен от управления транспортным средством. Был составлен протокол по статье 12.7, часть 1. В дальнейшем транспортное средство было задержано. Как заявил сам правонарушитель, ехать в ночь без водительских прав его вынудили некие туманные, но весьма веские причины. Как же вышло, что не имея прав, вы сели за руль? Большая необходимость была поехать? Да. Какая-то срочность? Да. Может быть, пояснить подробнее, что вас заставило? Не могу объяснить. Личное. Полицейские говорят, дешевле вышло бы взять такси на всю ночь. Молодому человеку грозит штраф в 15 тысяч рублей. Иван Суверин, телеканал «Первый областной». Орловчане жалуются на банки. За 9 месяцев от жителей области в Банк России поступило более 760 жалоб. Большая их часть, без малого 500, касались деятельности других банков. В целом, вот какие цифры приводит Центробанк. По вопросам потребительского кредитования 200 обращений. Разногласия из-за ипотеки 55. По вопросам банковских карт и переводов 56 обращений. Жалоб на страховщиков поступило 96. На микрофинансовые организации орловчане пожаловались 77 раз. Если орловчане считают, что их права как потребителей финансовых услуг нарушены, то они могут обратиться в Банк России. Для граждан и юридических лиц на сайте Банка России есть интернет-приемная. С недавнего времени граждане могут пользоваться и бесплатным мобильным приложением «Центробанк онлайн». КСП областной столицы признало использование муниципальной земли в Орле неэффективным. Более того, согласно заключению палаты, на 1 января этого года задолженность перед бюджетом города по арендной плате за землю и пени составила почти 193 миллиона рублей. За первое полугодие задолженность уменьшилась до 145 миллионов, правда, половину этой суммы составляют пени. Претензии КСП обращены в первую очередь к городскому УМИС. Управление не исполняет возложенные на него бюджетные полномочия главного администратора доходов городского бюджета, не принимает своевременных действенных мер для поступления доходов от аренды земли, а также пени за нарушение сроков внесения арендной платы в бюджет города Орла, затягивает сроки направления претензий и обращения в суд с целью принудительного взыскания задолженности с отдельных арендаторов, а также досрочного расторжения договоров аренды. Только в прошлом году городской бюджет недосчитался по этой причине более 44 миллионов рублей. В этом году порядка 12,5. КСП направило материалы проверки в областную прокуратуру и региональное управление Росреестра. Перспективы сотрудничества обсудили губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава правления организации «Союз Россахар» Андрей Бородин. Говорили о взаимодействии по вопросам реализации инвестиционных проектов и региональных программ, направленных на развитие сельского хозяйства. Сегодня, несмотря на все сложности коронавируса, мы понимаем, что жизнь движется, и мы должны перед собой ставить задачи не только на этот период, уже на следующий. Этот год для агропромышленного комплекса Орловской области в целом, подводя промежуточные итоги, можно считать очень даже успешным, в первую очередь по зерновым, по сахарной свекле. Вот сегодня утро подводили статистику, у нас уже 4 миллиона 300 тысяч тонн. По зерновой группе еще осталось убрать 25 тысяч гектар кукурузы. Показатели высокие. Сегодня Орловщина находится в десятке регионов-передовиков страны по производству сахарной свеклы. В этом году под посев этой культуры в области было отведено более 45 тысяч гектаров. А собранный урожай перерабатывают 4 сахарных завода. Орловчанка стала лучшим снайпером, победив всех на соревнованиях по стрельбе в Череповце. А школьники Орловской области у себя на малой родине сыграли в победу. Это что-то вроде современной зорницы. На Орловщине прошел региональный этап этих состязаний, и Сергей Быковский прямо сейчас расскажет, кто в них победил, и теперь поедет отстаивать честь региона на этап всероссийский. Новости спорта далее. Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак, в Орле сыграли военно-спортивную победу. Так называется игра, история которой насчитывает уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зорницы», во время которой запыхались многие пионеры.
Времена изменились, и теперь в играх патриотов заняты юноармейцы и воспитанники клубов со спортивно-армейским контентом. Итак, нынешняя игра «Победа» — это смесь физкультуры и ОБЖ для детей и подростков. Проводят ее, начиная с уровня муниципалитетов и заканчивая всероссийским финалом. И все под эгидой Министерства обороны. В сумме это десятки тысяч участников. И вот в Орловской игре приняли участие команды по 10 человек. 14, 15 и 16 лет со всей области. Этапы, военизированная эстафета, разборка и сборка автомата, конкурс «Ратные страницы студии», строевая плюс тактическая игра на местности. Местностью этой оказались границы поселка Стрелецкий. В игре участвовали две команды, прокачанные на базе Центра патриотического воспитания «Патриот-57». И одна из них и взяла на победе первое место. И да, игру проводили в течение аж 3 дней во избежание скученности участников и минимизации возможных инфекционных рисков. Орловские стрелки побывали в Череповце, где прошли 10-е всероссийские соревнования по пулевой и стендовой стрельбе, посвященные памяти силовиков, что погибли в горячих точках. В соревнованиях приняло участие 200 стрелков, среди которых чемпионы Европы и мира. Вообще-то в город Металлургов приехали спортсмены из 12 регионов страны. В течение 2 дней они боролись за личное командное первенство и неофициальное звание лучшего снайпера. Каждому спортсмену предстояло выполнить несколько десятков зачетных выстрелов в электронную мишень. И все на время. Условия для мужчин и женщин одинаковые. Стреляли спортсмены кто из пневматических пистолетов, а кто из винтовок. Вес винтовки не более 5,5 килограммов, пистолета около килограмма. Впрочем, это ненужные детали. Главное, что орловчанка Инна Суханова заняла первое место в своем упражнении с результатом 564 очка. А в Питере в ноябре случилась весна. Это перестает звучать абсурдно, если учесть, что петербургская весна – название для ежегодных всероссийских соревнований по олимпийскому карате. Они были запланированы еще на март, но в связи с пандемией перенесены. Несмотря на все это, соревнования, имеющие 12-летнюю историю, состоялись в северной столице, сохранив название. Турнир собрал из 31 региона России около 800 спортсменов в возрастных категориях от 12 лет и старше. Заметим, в этом году отменили первенство страны по карате, и данные соревнования стали им альтернативой для многих российских спортсменов. Они боролись за медали в дисциплинах ката, то есть демонстрации техники, и кумите, это схватки на татами. Орловскую область представляли 9 воспитанников спортшколы «Орел Карат», и они выиграли 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Поздравляем! А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы! Спорт для школьников из Орловской глубинки продолжает становиться доступнее. Еще один спортивный зал отремонтировали в Михайловской средней школе. Помещение капитального ремонта не видело с 90-х годов, и на его обновление ушло более 1,5 миллиона рублей. Карина Лаврушина была внутри. Сейчас мы находимся в деревне Михайловка, в средней общеобразовательной школе, в спортивном зале. Недавно тут от «Единой России» провели ремонт, сделали пол и косметический вид. Красиво, невзрачно. Нам отремонтировали кровлю, заменили ограждение.
новые достижения, новые победы. Удачи вам, успехов в спорте, спасибо. И вам спасибо. Этот спортивный зал отремонтировала единая партия «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт». За 6 лет уже в Орловской области они отремонтировали 109 таких спортивных залов в сельской местности нашего региона. И вот сегодня, создавая такие прекрасные условия, обновляя оборудование, тренажеры, мы видим, как детишки радуются, занимаются спортом. Наверное, никакие денежные средства не могут перекрыть ту радость и те эмоции, которые есть у детей. В целом, я хочу сказать, только на этот проект мы уже затратили более 175 миллионов. В этом году это один из 15 спортивных залов, которые отремонтировали в рамках этой программы. Вот один у нас завершенный, каких-то ремонт еще продолжается, и мы будем следить за развитием событий. Карина Лаврушина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Специалисты регионального Россельхознадзора забраковали крупную партию семян, предназначенных для отправки в Беларусь. Вся партия, это 17 тонн, была заражена повеликой. Повелика полевая включена в единый перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Собственник дважды пытался подвергнуть очистке зараженную под карантинную продукцию, но очистить ее не удалось. В соответствии с законодательством Российской Федерации данному собственнику было вынесено предписание о проведении следующих карантинно-фитосанитарных мер. Это обеззараживание подкарантинной продукции, о подвержении подкарантинной продукции переработки для лишения жизнеспособности опасного карантинных вредителей или же уничтожения. Из всех перечисленных мер собственник выбрал уничтожение семян. Под надзором сотрудников Россельхознадзора вся зараженная партия была зарыта в землю на глубину 1,5 метра. Как сообщили в ведомстве, в этом году это уже вторая партия семян фацелии, зараженных повеликой. 53 семьи до конца этого года получат ключи от муниципальных квартир в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас переселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го. До конца 2021 года городские власти планируют расселить 281 квартиру в 43 ветхих домах. На эти цели будет потрачено более 380 миллионов рублей. Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Орле планируется в ближайшие 5 лет расселить 127 многоквартирных домов, являющихся аварийными. Работникам здравоохранения, образования, культуры и спорта Орловщины вручили государственные и региональные награды. Церемония состоялась в администрации области. Благодарностью губернатора наградили коллектив спортшколы «Орел Карат». Она недавно отметила 25-летний юбилей. Ее директору Олегу Кошелеву Андрей Клычков вручил ключи от микроавтобуса. Глазуновским отделом полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается житель Глазуновского района Кудинов Вячеслав Викторович, 1973 года рождения. Подозреваемый был одет в короткую черную куртку, брюки и кроссовки черного цвета. Каждого, кто располагает информацию о местонахождении Кудинова, просят позвонить в управление уголовного розыска по телефону 55 11 12 или на пульт 02 с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104 в FM-диапазоне. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Планом и под увеличительным стеклом. Люди в программе «Персона». Они придут, и об их проектах узнает город, область и YouTube. Они полюбили искусство в себе, а мы полюбили их. Как им удалось и чего это стоило, они расскажут. Возможность и интерес. Да. Во вторник и в пятницу. Сразу после главных новостей. Щедрость орловских предпринимателей превосходила все воображаемые пределы.
К примеру, одно из старейших зданий города, Троице-Васильевский храм, было практически полностью построено на средства всего одного человека – купца Николая Кузнецова. Для середины 18 века возведение внушительного по тем временам каменного храма оказалось событием чрезвычайным, ведь в ту пору практически весь город был деревянным. Первый приземистый этаж здания сделали отапливаемым с печами для богослужений в зимнее время, а верхний – холодным. Щедрость Кузнецова вдохновила богатых людей Орла возводить каменные храмы в других частях города взамен прежних деревянных. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно, выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. В связи с расширением производства Орловский бумажный комбинат приглашает на работу слесарей, электриков, инженеров, рабочих на производство. Обучение, высокая зарплата 44 08 00. С 13 по 22 ноября в ДК ЖД выставка курток, пуховиков, пальто. Все по оптовым ценам. В компанию «Рубин» требуются фасовщики складских новогодних подарков. Обращаться по телефонам 44 34 40 8 980 366 84 85. Санаторий «Лесной» предлагает пройти восстановительный курс после перенесенного ковид-заболевания с применением процедур ЛФК, дыхательной гимнастики, озонотерапии, массажа грудной клетки, ингаляции, бассейна, горного воздуха, спелеокамеров и многих других. Город Орел, улица Раздольная, дом 85, телефон 33-00-32. Планируете свадьбу? Не забудьте проверить ваше здоровье. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Ну что ж, мы начинаем. С добрым утром, дорогие друзья, товарищи. В эфире первая Орловская FM-радио 104 в Орле. И сегодня также не обойдется без нашей любимейшей музыки, музыки для думающих людей. В ближайшее время нас ждут AC/DC, Дельфин, Кофе Шоп, Майкл Джексон, Франц Фердинанд, Ундервуд, Дарт Стрейтс и многое-многое другое. Но только то, что любим именно мы и вы. Экспресс-радио. Радио Орел. 104 FM. Здравствуйте! О прогнозе погоды в нашей области расскажу вам я, Катерина Ясная. 17 ноября – Международный день студента. Его отмечают в 74-й раз. Ну а всероссийский праздник у нас в январе. Так что День студента можно праздновать два раза в год. И к интересным фактам об учебе. В старину образование получали только лица мужского пола. В 12 веке преподавателей тоже называли студентами. И только после введения ученых званий понятия разделились. Слово «абитуриент» на латыни звучит как «уходящий». В нашей стране этот термин употребляют неверно из-за неправильного перевода. В других странах сохранилось истинное значение. И теперь к прогнозам в нашей области. Солнечно в Амценске без осадков. Днем до минус 1, ночью уже вполне ноябрьские заморозки, минус 5. В Ливнах тоже сухо и солнечно, днем температура уже на 2 градуса ниже нуля, а вот ночью до 6 градусов мороза. В Болхове безоблачное голубое небо. Осадки обойдут город стороной. Днем в среднем до минус 2, ночью минус 5. В центре области распогодится, без снега и дождей. Нас попытается согреть солнце, но днем минус 1, ночью минус 4. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление значительно выше нормы. 163 миллиметра ртутного столба. Вы слушали прогноз на вторник, а Первый областной с вами в любой день недели. Партнер программы – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Всем легкой рабочей недели. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно, выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067.
госуслуги.ру помогут вам в любой ситуации. Со свадьбой. Подать заявление в ЗАГС и заменить документы после замужества. Оформить ребенку свидетельство о рождении и прописку. Записать в садик. Получить или заменить права и поставить автомобиль на учет. Оплатить налоговые задолженности и сэкономить половину на штрафах ГИБДД. Оформить себе и детям загранпаспорта и отправиться в путешествие. Пошлины на портале госуслуг со скидкой 30%. Госуслуги. На все случаи жизни.